В этот день, 21 мая, родились Михаил Зинкевич, русский поэт-переводчик, один из учредителей объединения «Цех поэтов», кинорежиссер Сергей Герасимов, автор классической экранизации романа «Тихий Дон». Творческая карьера Герасимова началась в Ленинграде, где он учился на художника и артиста. Потом был дебют в кинофильме «Мишка против Юденича» Григория Козинцева, а дальше через актерскую карьеру юноша вошел в роль режиссера. Режиссер в известном смысле летописец. Он находится в постоянном поиске героя нашего времени, говорил Герасимов, и как доказательство своих слов посвятил дебютный фильм «Семеро смелых» героям-комсомольцам, работавших в условиях Арктики. «Послушайте, Сереженька, это же прекрасно!» – хвалил Козинцев картину «Учитель», в которой Герасимов отобразил воспоминания своего детства, которое считал самой любимой. Зрители больше всего ценили сцены из донской сельской жизни в самой успешной экранизации романа Шолохова «Тихий Дон». Только за первый год проката фильм посмотрели порядка 50 миллионов советских зрителей. А зарубежные коллеги наградили главных создателей шедевра целым рядом престижных кинонаград. Кинематограф не случайно называют учителем жизни. Он может открыть красоту человеческих отношений, дать высокий и яркий идеал. Нужно давать материал так, чтобы зритель сам сделал выводы для себя. Сергей Герасимов. Также 21 мая родились Андрей Сахаров, физик-диссидент, создатель водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии. Писатель Борис Васильев, автор повести «А зори здесь тихие». Борис Васильев родился в семье, в которой родители читали вслух при первой возможности, и не просто чтиво, а почтенных писателей. Юный Борис и предположить не мог, что через пару десятков лет его книги займут место на полке рядом с томами русских классиков, а по его военным произведениям будут снимать важнейшие советские картины. Экранизация повести «А зори здесь тихие» поразила всех удивительной правдоподобностью. Автор признавался, что его просили оставить в живых хотя бы одну героиню, но, по его мнению, девчонки не умели воевать, поэтому были обречены. Потом были сценарии к фильмам «Офицеры», «Завтра была война», «Я русский солдат», «Аты-баты шли солдаты». Васильев успешно писал и в жанре исторического романа, посвящая свои произведения легендарным личностям ранней Руси – Вещему Олегу, Александру Невскому, Владимиру Мономаху. Даже в преклонном возрасте мастер продолжал работать, ставя для себя установку – прожить еще чуть-чуть, чтобы успеть закончить работу. Это день 21 мая 1731 года, дата основания Тихоокеанского флота. Первоначально это была небольшая флотилия, которая базировалась в Охотске. 21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке. Она длилась 5 месяцев. У группы любителей победил сильнейший шахматист Александр Петров. 21 мая 1864 года официально закончилась Кавказская война. Она длилась почти 50 лет. В тот же самый день 1864 года в Москве основано первое исправительное учебное заведение для малолетних преступников – Рукавишниковский приют. Незадолго до рождения советского педагога и психолога Макаренко в Российской империи был основан исправительный приют, директором которого стал 25-летний Николай Рукавишников. Сын миллионера-золотопромышленника однажды услышал лекцию о малолетних преступниках и решил помочь им вступить на праведный путь не кнутом, телесные наказания были запрещены, а пряником. Основной акцент в перевоспитании подростков был сделан на труде, для чего в приюте были открыты мастерские от скоротняжной до столярной. Детям преподавали основные общеобразовательные предметы, закон Божий, а после 18 лет выпускали в жизнь с выходным пособием. Директор Николай Васильевич был не только главным мотиватором для детей, но и их лучшим другом. К сожалению, во время одной из прогулок с детьми Рукавишников простудился, заболел и скоропостижно ушел из жизни. На руководящем посту он пробыл всего 4 года, но успел оставить после себя образец идеального дома, который стал примером доброты и человечности. А в 1885 году на Конгрессе благотворительных начинаний в Риме Константин Рукавишников с гордостью увидел бюст своего брата с надписью «Первый гуманист мира». 21 мая 1937 года на Северном полюсе начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине станция «Северный полюс-1». 21 мая 1961 года в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа «Польша-СССР». Таким был этот день 21 мая.